С информационной картиной дня с вами в студии Елена Семеновичева. На Ринмар прибыли вице-президенты Лукойла и Башнефти Азат Шамсуаров и Михаил Ставский. В графике визита Азата Шамсуарова и Михаила Ставского участие в заседаниях Совета директоров компании «Башнефть Полюс» и собрании участников компании «Восток Нау». В субботу они станут почетными гостями соревнований по кроссу на снегоходах на Кубок Героя России Артура Челенгарова. Во время проведения состязаний также будут подписаны протоколы к соглашениям о сотрудничестве между недропользователями и администрацией НАО. А сегодня они встретились с главой региона Игорем Кошиным. На встрече с губернатором топ-менеджеры компаний, являющихся учредителями двух совместных предприятий «Башнефть Полюс» и «Восток Нау», подтвердили реализацию всех намеченных проектов на территории округа, вне зависимости от финансовой ситуации на рынке. Стороны также обсудили производственные планы и подход к социально-экономической поддержке региона. Что все те планы, которые мы сформировали совместно с нашими коллегами в «Башнефти», практически вне зависимости от финансовой ситуации, от тех цен на углеводороды, мы реализуем как в части развития «Башнефти Полюса», так и, собственно говоря, нашего драйвера роста. Мы очень надеемся на успех по «Восток-Нау». Нефтяники ждут результатов поискового бурения двух скважин совместного предприятия «Восток-Нау». Запуск бурения первой скважины состоялся в начале марта, второй запланирован на апрель. Те успехи, которые мы сегодня имеем по двум совместным предприятиям, это, конечно, плод совместной работы. Михаил Ставский отметил, что намеченных планов удается добиться благодаря совместной работе не только нефтяников, но и руководства Ненецкого округа. В свою очередь, глава региона выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, в том числе и по трудоустройству местных кадров в нефтяные компании. На сегодняшний день мы сталкиваемся с определенными сложностями, и мы обратились к вашим, ну, то есть непосредственно дочерним компаниям. Я просто хочу еще раз поговорить. Есть определенное напряжение на рынке труда, поэтому сейчас мы активно заняты перерегистрацией, в том числе и подрядных организаций, с перерегистрацией по обособленным подразделениям на территории округа. И регистрация в центре занятости. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хотел бы на это обратить самое внимание. Топ-менеджеры поддержали данное направление работы администрации и высказали готовность содействовать занятости местных кадров на работе в тундре.